На телеканалі «Репортер» ми вчергове зустрічаємося з нашим постійним економічним експертом, доктор економічних наук Сергій Олексійович Кубовський. Обговорюємо нинішню ситуацію в українській економіці, в світовій економіці під час воєнного стану, під час цієї невмотивованої агресії, але вже більше 100 днів живемо в такому стані. Сергій Олексійович, пропоную нам сьогодні обговорити таку вже неминучу продовольчу кризу. Повномасштабно, яка, я не знаю, що її зупинить. Ми бачимо, що президент країни-агресора щось там пропонує, торгується, але натомість ситуація не змінюється. Зерно росіяни крадуть, по складах зерном вони стріляють, бомблять. І взагалі є ризики величезні і нашій країні не заробити важливі гроші, вивезти це зерно, і країни Азії, Африки залишити без хлібу. Що ми можемо про це, як проаналізувати можемо цю ситуацію, яка склалася от на початок червня? Здравствуйте. Я з вами согласен. Ситуація з зерном, да, как и в целом ситуация в экономике Украины, ее можно назвать критической. Почему? Потому что, ну, вы абсолютно правы, мы, конечно, должны думать о людях, которые, скорее всего, будут голодать в Африке, в Азии, а это минимум 250 миллиардов человек по подсчетам ООН. Но, с другой стороны, это также экономическая проблема Украины, потому что у нас наблюдается существенный дефицит платежного баланса. Например, только в мае месяце чистые интервенции Национального банка составили 3 миллиарда 400 миллионов долларов. То есть это Национальный банк продал валюту на рынке. Почему? Потому что предложение валюты крайне низкое в связи с существенным падением экспорта. Как раз вот сельхозпродукция у нас составляла главную часть украинского экспорта, и не получая валюту, нам крайне сложно поддерживать валютный курс стабильным в Украине и, соответственно, финансировать импорт. Кроме того, близится сбор урожая, и если мы не сможем освободить те емкости, которые сейчас заняты зерном, это 20-25 миллионов тонн, это огромные, огромные объемы, то совершенно непонятно, куда девать новый урожай и что получат те люди, которые вырастили урожай, которые потратили деньги на то, чтобы засеять, на горюче-смазочные материалы, на удобрения, что сейчас стоит очень дорого. То есть в результате будут еще большие проблемы в экономике. Поэтому это действительно серьезная проблема. И очень бы хотелось, чтобы вот руководство Украины предложило какие-то конкретные пути решения. Вы абсолютно правы, есть страна-агрессор, которая рассказывает, можно сказать, сказки о том, что можно беспрепятственно вывести зерно, и они не будут атаковать порты, в первую очередь Одесса. Есть Организация Объединенных Наций, есть Турция, которая, на мой взгляд, заняла достаточно конструктивную позицию в данном вопросе. В общем-то, Стамбул сейчас является центром переговоров по деблокированию украинских портов. Но хотелось бы все-таки услышать, как руководство Украины видит этот вопрос, потому что то, что мы слышим, дайте нам побольше ракет, и тогда мы сами деблокируем порты. Но это, конечно, звучит красиво. И я надеюсь, что когда-то Украина сможет своими собственными силами разблокировать порты. Но времени на это нет. Реально, ну вот максимум есть 2 месяца, потому что потом просто, вот, опять же, как я сказал, новый урожай. И что делать дальше в сельском хозяйстве? Я думаю, никто из фермеров, никто из тех, кто занят в этой сфере, а я думаю, что 30%, я думаю, что экономики Одесского региона было связано с выращиванием продуктов сельского хозяйства, транспортировкой, с логистикой, с экспортом, потому что все-таки мы таким
Одесский регион был самым крупным хабом в Украине, через который экспортировались зерновые культуры, сельское хозяйство. Поэтому именно вот для Одессы это достаточно критический вопрос. Ми могли б запропонувати якісь там інші варіанти логістичні експорту нашого зерна, але це такі дещо утопічні варіанти. Ну, залізницею особо не вивезеш, тому що залізниці у нас, особливо з західної сторони, прострілюються. Чого там вже говорити, там завжди ворог гатить по інфраструктурі залізничній, неважливо, що там перевозити. Інший варіант – це можливість вивозити фурами. Але той дефіцит палива, який ще зберігається, той дефіцит і бензину, це собі дорожче вивозити зерно, я так розумію. Тому ситуація, ну, дійсно критична. Ну, ви абсолютно праві. Ну, ще раз, знаєте, є транзитний маршрут через Білорусь. Я розумію, що це якби вызывает очень много вопросов по поводу Белоруссии, но мы это с вами уже обсуждали, и опять-таки это было предложение министра транспорта Литвы, это было предложение генерального секретаря ООН. Понимаете, ну, Украине надо пытаться, ну, найти какие-то выходы, потому что, опять-таки, с одной стороны, миллионы могут погибнуть от голода, с другой стороны, но ситуация в экономике, будем так говорить, очень и очень сложная. К сожалению, я пока не слышал ни от президента, ни от премьер-министра каких-то вот, ну, четкого понимания ситуации в экономике. Есть только Национальный банк, который, ну, достаточно честно говорит о том, что происходит. Ну, опять же таки, потому что он продает миллиарды долларов, и он прекрасно понимает, что золотовалютные резервы, они снижаются. Так, например, чистые золотовалютные резервы на 1 июня составили около 15 миллиардов долларов. Если говорить про общие, 25 миллиардов. Но вот если темпы останутся продажи долларов, то, конечно, ну, наверное, еще там на полгода хватит, может, чуть больше. Плюс есть ситуация с топливно-энергетической сферой. Вы абсолютно правы. Несмотря на обещания правительства, пока дефицит бензина существует, и самое главное, он очень дорогой. Поэтому вот вы отметили правильно, транспортировка вот, автотранспортом крайне затруднить. Далее, нас ждет отопительный сезон. Была озвучена цифра, минимум нам нужно закупить 6 миллиардов кубометров газа. По текущей цене это 8 миллиардов долларов. Я понимаю, никто сейчас не думает о зиме, но как раз если закупать газ, то его надо закупать летом, когда, в общем-то, спрос небольшой, ну, относительно небольшой, и цены обычно летом всегда ниже, чем зимой. И об этом тоже, ну, нужно подумать президенту, премьер-министру. И это 8 миллиардов долларов, понимаете? Где взять сейчас 8 миллиардов долларов? Поэтому я и говорю, что здесь все-таки надо, я понимаю, война – это самое важное сейчас, и военные действия, но нельзя вот не думать о следующей зиме, которая будет не скоро, но если мы за следующие 5 месяцев не найдем деньги, не найдем эти 6 миллиардов кубометров газа, я не буду говорить, что может произойти с отоплением в минус и так далее, но это тоже проблема. То есть сейчас надо создать наравне вот со штабом военным тоже штаб экономический, который будет как-то координировать то, что сейчас пока, ну, просто абсолютно раскоординировано. И вот вы со мной обсуждаете этот вопрос, как вывести зерно, но это должно стоять в повестке дня парламента, правительства. Следующее заседание должно быть посвящено закупкам нефти, ну, не нефти, этих нефтепродуктов и газа, да, потому что, опять, если мы сейчас пропустим, то потом мы просто не найдем эти 6 миллиардов кубометров газа, и, ну, вы понимаете, да, что это значит, когда наши котельные окажутся вот действительно без газа. Поэтому ситуация критическая, и вот я надеюсь, что вашу программу посмотрят в Киеве и поймут, что вот эта сфера сейчас нуждается тоже в серьезном внимании, тем более сейчас ситуация с финансированием бюджета критическая.
существуют серьезные разногласия между Национальным банком и Министерством финансов. И о том, что в конце прошлой недели Национальный банк поднял до 25% учетную ставку. Он сделал это абсолютно правильно, потому что много было обращений в адрес Министерства финансов касательно доходности государственных облигаций. Потому что она была искусственно занижена. Министр финансов и президент говорили, что это, в общем-то, патриотизм украинцев, что они готовы жертвовать деньги, готовы себе в убыток покупать государственные облигации для финансирования экономики. Так вот, последний аукцион, который состоялся 7 июня, он показал, что вот патриотизм в финансовой сфере заканчивается. Так Министерство финансов смогло привлечь только 800 миллионов гривен на этом аукционе. Для сравнения, аукцион 31 мая, там суммы были почти 4 миллиарда. А если говорить о аукционе, который был 24 мая, там вообще 12 миллиардов привлекли гривен. Сейчас только 800 миллионов. То есть никогда еще не было такого низкого объема продажи государственных облигаций. То есть инвесторы, я не сомневаюсь в их патриотизме, но все-таки они начинают обращать внимание на политику правительства. И то, что вот постоянно призывать граждан, финансовые структуры, банки, вот давайте нам денег, потому что победа скоро, но надо, знаете, какую-то проводить относительно взвешенную финансовую политику и, например, поднять доходность облигаций вслед за тем, что сделал Национальный банк с учетной ставкой. То есть здесь надо, опять-таки, наладить координацию Национального банка и Министерства финансов, потому что то, что Министерство финансов сделало 7 июня, когда не отреагировали на решение Национального банка по росту более чем 2 раза учетной ставки, вот привело к тому, что бюджет вместо там запланированных там, 5-6 миллиардов получил 800 миллионов. Понимаете? При этом говорят, что Запад нам поможет, но вы же прекрасно понимаете, что в Европе, в США тоже считают деньги. Если Украина будет привлекать на внутреннем рынке все меньше и меньше ресурсов для финансирования бюджета, то в какой-то момент может возникнуть вопрос, подождите, мы вам помогаем, ну и вы должны что-то делать в принципе, а не только говорить о том, что мы в тяжелой ситуации, и нам нужно помогать, и чем больше помощи, тем мы быстрее выиграем войну. То есть такой подход, мне кажется, в какой-то момент надоест нашим друзьям на Западе, и они могут, в общем-то, даже ограничить поступление финансовых ресурсов, тем более, что их в любом случае не хватает. Их не хватает. Мы видим по финансированию различных сфер социально-экономической жизни Украины, то дефициты везде. А если еще и уменьшится помощь со стороны Европы и США, то тогда будет еще сложнее. Таке питання, ось ми затронули країни Заходу, закордонних партнерів. Я все ж таки, повертаючись ще до теми продовольчої кризи, хотів би запитати про вагу рішень, які приймають ці організації, міжнародні інституції. Ось, наприклад, Організація Об'єднаних Націй. Там більше остальних, так, більше інших вони говорять про голод, про кризу. А ось чи є там якісь дії, які можуть бути ефективними? Тому що ми бачимо, що протягом війни ООН, як і інші організації, не досить поводять себе так, як, можливо, ми чекали, як, можливо, суспільство чекає. Ну, ось є така організація, і є вона. І до ООН ще питання, якщо ми вже вийшли за межі України, ось ви згадували Ердогана, позиція Туреччини в цій ситуації.
Все ж таки, я десь читав, є інформація, не можу сказати, що вона на 100% перевірена, що вже Туреччина, ну, можливо, не офіційна, а вже придбає крадене зерно, яке вивозять росіяни з наших портів. Ну, це така, ми вже звикли, що турецькі наші партнери, вони грають на всіх фронтах, вони мають дружити з усіма. Ну, це Туреччина, вона так розташована, ну, це традиції, ми не маємо засуджувати, це все ж таки їхні справи. Тобто, дивлячись на поведінку ООН, на деяку поведінку Туреччини, іноді такий скепсис пробирає, Сергій Олексійович. Віталій, ви абсолютно праві. Знаєте, є різні точки зрення того, що відбувається в Україні. Ну, ми однозначно вважаємо, що це повномасштабна війна Росії проти України, і так воно і є, і так воно і є. Ну, например, Организация Объединенных Наций, она объединяет разные страны. И большая часть стран в этой организации – это бедные страны. Многие из них страдают и пострадали от предыдущих военных конфликтов. Если в данном военном конфликте однозначно вина лежит на Российской Федерации, то в тех конфликтах, которые были раньше, например, в Ираке, Сирии, в Ливии, очень многие страны справедливо, той же бывшей Югославии, многие страны справедливо обвиняют в этих конфликтах Соединенные Штаты Америки, нашего главного партнера сейчас. Поэтому отношение к войне в Украине, оно разное. Например, генеральный секретарь ООН, он не говорит о том, что в Украине... война России против Украины, да, он заявляет, что это конфликт в Украине. И я думаю, что ну, определенная часть стран, не маленькая, особенно бедные страны, они так смотрят на этот вопрос. Тем более, к сожалению, крайне непродуманные санкции со стороны США и Европейского Союза, они максимально как раз... вредят и навредили бедным странам. Я не знаю, какой будет урон нанесен России. Опять же таки, я сейчас информации мало, но то, что Россия благодаря своему потенциалу еще несколько лет просуществует минимум, это, к сожалению, точно. Тем более у них есть возможность переориентировать часть своего экспорта на страны Азии, прежде всего на Китай, который сейчас ну, ближе к России, чем к Украине, будем так говорить. Индия, которая заняла нейтральную позицию. Но опять-таки, те бедные страны, для которых главное выжить. Там люди голодают, поэтому что там в Украине происходит, им не столько важно. То, что цена на зерно выросла на 50-60%, то, что из-за санкций выросли цены на удобрения для сельского хозяйства. Да? Вот они слышат, санкции США и ЕС. Результат? Удобрений стало меньше российских, белорусских, ну, Украина вообще не может практически ничего экспортировать. Цена выросла. Поэтому они хотели бы, чтобы конфликт, как они называют, скорее прекратился. И здесь вот у них такая позиция. Теперь по поводу Турции. Вы абсолютно правы. Да? Вот это исторически Турция занимала вот такое ключевое положение. Почему? Потому что они контролируют Босфор. Ни Россия, ни Украина... по большому счету, ничего не могут сделать в морской торговле без согласия Турции. Потому что Босфор, вот он соединяет Азовское, Черное море с Средиземным морем, поэтому вот наш морской экспорт, он связан с Турцией. И, ну, не знаю, насколько достоверна информация, что Турция приобретает краденое зерно, ну, надеюсь, что нет. Я думаю, что все-таки Турция старается по-белому торговать и нам беспилотники поставляет и все остальное. То есть я думаю, Эрдоган все-таки заинтересован в том, чтобы были открыты украинские порты, но я уверен, что как раз турецкие перевозчики, турецкие компании будут заниматься потом экспортом зерна Украины, и то, что Турция при этом хорошо заработает, будем так говорить, это однозначно. Но в этом трагедии нет, это нормально. Понимаете, патриотизм – это очень хорошо, но… иногда нужно принимать прагматические решения, потому что Украина все-таки оказалась в совершенно неравных условиях. Мы меньше России
по населению, ну, раза в 4, скорее всего. Очень много людей выехало. И когда потери несет и Россия, и Украина, и экономические, и человеческие, то, к сожалению, нас меньше украинцев. И если, ну, как бы потери России, не могу сказать, что меня расстраивает, может быть, даже наоборот, если там их будет меньше, то это лучше, тем более они же едут, они агрессоры, они едут в чужую страну, то потери украинцев это боль, и это страшно для будущего страны. И, к сожалению, у нас не такой потенциал человеческий, как в России, где и к людям относятся по-другому, не так, как в Украине. И поэтому нам нужно беречь нас, беречь наших солдат на передовой, беречь людей, которые остались на другой территории, которые сейчас не находятся в районе боевых действий, беречь нашу экономику, беречь наше сельское хозяйство, беречь наших детей, наших школьников. Понимаете, когда в условиях войны, в условиях, когда много молодежи уехало, правительство, Министерство образования, президент Зеленский вводит обязательное тестирование для того, чтобы поступить в магистратуру и на первый курс, когда европейские университеты предлагают украинцам, пожалуйста, поступайте без теста. А у нас в Украине, даже если ты уехал, если ты беженец, ты должен умудриться каким-то образом сдать тест, если ты в Польше, чтобы поступить в Одесский университет. Скажите, пожалуйста, как это называется? Почему не сделать в этих условиях поступление как можно легче? Ты хочешь учиться в Одессе, ты хочешь учиться в Украине. Учись, если у тебя есть способности, а тем более, если ты готов платить за контракт. Зачем ограничивать украинцев, которые сейчас находятся в сложном положении? И вот те тестирования, которые в мирное время, да, оно было объективно, но сейчас, когда у некоторых нет интернета, как им подключиться к этому тестированию, находясь там, например, в эмиграции? То есть государство делает все иногда, чтобы ограничить возвращение украинцев. Как, например, вот эти ребята, которым там по 17 лет, как вы думаете, многие из них останутся в Украине, поступят в украинские вузы, зная, что потом, когда им исполнится 18 лет, они не смогут покинуть Украину? Ну вот реально. Вот почему не думать про это? Почему не думать о том, что вот надо как-то вот гармонично распределять вот те ограничения, которые есть, и все-таки сделать так, чтобы больше школьников осталось в Украине, чтобы поступали в украинские вузы. Я как пример раз говорю вам, да, ведь тогда у нас будет будущее. А если будет задача стоять перед родителями, вывести своих детей из Украины, и их берут, опять же, повторяю, без экзаменов в европейские вузы, а здесь будет тестирование. Ну, понимаете, для чего это делать? Для чего? Наоборот, надо поддержать. Мы получаем пару миллиардов долларов минимум, а то и 4 миллиарда в месяц. Но потратить 200-300 миллионов на то, чтобы поддержать тех украинцев, которые хотят остаться учиться в Украине. Ну это же правильно, Виталий. Это же будущее наше. Про это вообще никто не говорит. Как хотят, так что это нас не волнует. Вот нам нужны противокорабельные системы. Они нам нужны, но нам нужны также и молодежь нужна, которая останется в Украине, которая будет строить новую Украину, которая будет защищать Украину. Вот в чем заключается прагматизм. Мы должны в разных направлениях работать. Поэтому ситуация реально очень сложная. И здесь, вот Турция, возвращаясь к Турции, мне кажется, все-таки это наш партнер. Тем более, ну, если говорить так откровенно, Турция была в Одессе давно, и вообще турки, можно так сказать, что даже в какой-то степени основали Одессу. То есть, ну, мы, ну, нельзя сказать, что мы далеки друг от друга. А сейчас я думаю, что нам турки ближе все-таки, чем россияне. Поэтому вот использовать этот прагматизм Турции, мне кажется, я думаю, что это правильно. Они хотят сделать так, чтобы заработать на украинском зерне. Давайте мы им поможем и сами заработаем, и поддержим наше сельское хозяйство. Вот в этом направлении, мне кажется, лучше работать. Тем более у Турции есть серьезные рычаги давления на Российскую Федерацию. Опять же таки, Босфор. Если Турция договорится с Украиной и Россия что-то пообещает, а потом нарушит, то Эрдоган может спокойно перекрыть Босфор. Россия не тронет Турцию, потому что все-таки страна НАТО, и ответ будет совершенно другой. И здесь вот Турции есть действительно рычаги влияния.
на Россию. И мне кажется, что вот эту вот инициативу Турции в данном направлении надо поддерживать. Погоджуюся в багатьох питаннях з вами, Сергій Олексійовичу. Дійсно, є такі тези, які не підлягають дискусії, тому що потрібно працювати, потрібно працювати керівництво України. Як би важко не було, я розумію, що ніхто з них, та й з нас ніхто, в справжній воєнний час не жив, не лягав і не прокидався під звуки повітряної тривоги. Все буває в перший раз, але це той перший раз, якого ми всі не хотіли, відверто кажучи. Дякую вам, Сергій Олексійович. Будемо тримати зв'язок і стежити за подіями в українській світовій економіці, які зараз пов'язані дуже сильно одне з одним. І будемо чекати гарних новин. Так, і вам спасибо большое.